И все-таки на западном побережье Мексики проблема куда серьезнее. Ураган Ньютон испортил отдых тысячам туристов. Но представьте, лежите вы такие на пляже, честно отработав целый год ради этой поездки, а тут оп, Ньютон обрушил проливные дожди на штат Калифорния. Метеорологи присвоили урагану первую категорию, потому что скорость ветра в эпицентре достигала 150 км в час. Синоптики успели предупредить всех о приближении урагана, так что удалось избежать крупного ущерба и большого числа жертв. Увы, погибли два человека. Это рыбаки, которые, несмотря на предупреждение, все-таки вышли в море. Их судно для ловли креветок перевернулось во время шторма. Еще три человека с той же лодки пропали без вести. В качестве мер предосторожности местные власти отменили ряд авиарейсов. Полиция усилила охрану торговых центров для пресечения возможного мародерства. В школах были устроены временные приюты. Могло быть гораздо хуже. Я думаю, что нам очень повезло, что ураган был гораздо слабее тех, которые уже были. Нас благословили. С нами все в порядке. Мы пытаемся помочь по мере сил. После урагана местные жители вышли убирать город. Мы пришли помогать. А тот, кто не может, тот просто молится, чтобы такое не повторилось. Ну вот вы видели, как ураган повалил деревья, порвал линии электропередач, разбил стекла в большинстве домов. Муниципалитет Лос-Кабас остался вообще без света целиком. Обошлось без все-таки малой кровью. Последствия от урагана Ньютон просто ничтожны по сравнению с масштабными наводнениями 10-го, например, года после тропического шторма Агата. Помните, тогда в всей Центральной Америке погибли почти 200 человек, еще более 100 пропали без вести. Еще хуже обстояли дела в 2005 году. Ураган Стэн прошелся по территориям стран Мезоамерики, так называемой. Его жертвами стали почти 2000 человек, а ущерб оценили в 4 миллиарда долларов.